на сегодняшний день у нас работает 167 бригад круглосуточно. Это наш расчетный норматив, у нас все у нас есть. Болеет сегодня около 4% наших сотрудников, но это абсолютно не критическая цифра. Выезжаем мы абсолютно на все вызовы. Да, есть, я не скрою, есть задержки. Ну, понятно, что к ковиду все-таки, наверное, наслоились и другие инфекции. Да. ОРИ, грипп никто не отменял, поэтому часть людей болеет и этими инфекциями, поэтому, наверное, количество немножко больше. И такой вопрос, он не проблемный, но он есть. Это на вызовы, на которые мы сегодня выезжаем, эти вызовы просто дольше длятся. То есть мы должны приехать к пациенту, мы пациента должны, например, отвезти в больницу, после этого мы должны помыть автомобиль и обработать себя. Ну, это получается где-то на полчаса, может, чуть больше. Мы выезжаем абсолютно ко всем пациентам, кто нас вызывает. Единственное, что на некоторые вызовы, на неотложные, то есть те вызовы, которые до часа мы должны передать, иногда надо, ну, в данное время кому-то придется немного подождать.